У граждан, должников по исполнительным производствам имеется право такое, как сохранить прожиточный минимум по пенсии работающего населения. Но у нас есть исключения по таким исполнительным производствам, как взыскание алиментов, ущерб, причиненный преступлением, возмещение вреда в связи со смертью кормильца. В этих случаях у нас не предусмотрено законодательством сохранение прожиточного минимума. Полностью зарплату судебный пристав исполнитель не списывает с расчетных счетов. Направляется постановление работодателю об удержании задолженности в размере до 70%. Это у нас подпадает исполнительное производство взыскания алиментов. По остальной категории до 50% направляется постановление.